Итак, всем привет! Это второй видеоурок, как же сделать, как же зарабатывать на Ютубе. Сейчас я вам для этого все покажу. Вот я, например, захожу, чтобы показать, вот что у нас тут. Так, сейчас он будет долго грузиться. Итак, ну вот, так, сейчас посмотрим, записывает. Да, записывает. Смотрите, сейчас я вам все покажу, что надо делать. Вот я сейчас. Жесть, вообще он долго грузит. Сколько там лет это будет грузиться. Хотя он у меня на скоростном. Так, ну короче, вот у меня такая вот фигня. Мы заходим. Настройки YouTube. Заходим сюда. И смотреть дополнительно. Более длинные видео. Но я вам покажу в следующем видеоуроке, как уже надо включать. Так, ну вот хорошая репутация, что подтвердить? Подтверждение аккаунта, да. Укажите что. Да, вот смотрите. Одно из самого одного вот то, что надо, это США. Щит. Еще дальше надо нажимать. А, нет, нафига. Нет, вот это вот не надо. Нам надо немножечко другое. Я сразу не увидел то, что там будет эта фигня. Да, и так будет долго. Вот все. И так, и настройки канала. Угу, так. И вот теперь. Смотреть дополнительные функции. И вот это. Монетизация. Вот если она у вас выключена, невозможно. То вы делаете. Смотрите, что. Я пока тут сам еще так не разобрался, куда. А да, вот, смотрите. Дополнительно заходите. Страна вам не надо, Россия. Или что там. Вот, вы включаете США. Все, сохранить. Все, у вас США. Теперь смотрите, что делаете. Опять заходим в настройки Ютуба. И дополнительные функции. И так, 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 так. И вот, смотрите, тиро-статус. Включить. Монетизация. Вы включаете. Но сейчас он у меня вряд ли включится, потому что тут нет видео. Это. Так что мы сейчас переходим на другой канал. Чё он тупит? Ютуб тупит. Включить монетизацию, да, вот. Вы включаете, да, со всем там соглашаетесь, и соглашаетесь, и все. Вы уже партнеры этого. Только самое, что должно быть, самое главное, это США, не Россия, а США. Так, давайте на мой канал. Вот, смотрите. И теперь. Вот у вас дальше по. У вас дальше будет. Смотрите, настройки канала и коммерческое использование. Все у вас это будет. И теперь заходите в YouTube Analytics. Он будет дальше после настройки канала. И тут у вас будет расчетный доход. Но это пока он у меня 0-0, потому что я его запустил где-то час назад. Вот пока. У меня все по нулям, потому что у меня не было, когда я запускал то видео, не было партнерской программы. Я вам не советую на YouPartner VPS, потому что
Потому что там он сразу же надо, чтобы вообще было круто, там столько было больше, чем 100 подписчиков, там больше, чем 1 000 000 просмотров, чтобы было. Тогда да. И вот. Если вы здесь, если вы здесь впервые, то можете подписаться на канал, поставить лайк. А с вами был Вован 3013. Расскажите все друзьям, да, и поставьте лайк. И помогите, просто зайдите на сайт, и там вы можете еще просто зайти, там посмотреть, скачать и